У Могилеве знову почастіліся випадки установки фільтру очистки води подманним шляхом. Як кажуть, у обласної організації оборони споживцов реалізатори усіми махчимими способами імкнуться запевніть потенціальних покупників, що вода у їх дренна і обов'язково її треба пропускати праз фільтри. Частей за усіх гандляри звертаються до пенсіонеру. Тетяна Сергійчик висвітляла, як не трапити у неприємність. Хваля скаргу относно установки фильтров очистки воды подманным шляхом новая, однако проблема старая. У организации обороны споживцов удокладняют, люди денежут теж, только их фирмы теперь с иншими названиями. Психологически обрабатывают особенно людей пожилого возраста. Притом представляются они работниками водоканала иногда. Иногда представляются работниками горосполкома. Иногда представляются работниками социальных услуг. На самой справе это продавцы фильтров. Свое посвящение и они не показывают. Зато и показывают доверливым громадянам простые химичные опыты. И люди верят. Сначала начинают уговаривать. Человек не успел еще договор подписать, еще думает, смотрит там. Да, уже бегит мастер туда, где-то на кухню или там в санузел, и начинает этот прибор устанавливать. В самом мойке они просверливают дырку. То есть они изначально уже проводят, ну, становится мойка это некачественная, понимаете? И поэтому в таких случаях мы всегда говорим потребителю, значит, как только вам установили, не пользуйтесь сразу же и обращайтесь. Несколько договоров при допомозе организации обороны споживцов довелось скасовать и вернуть людям гроши. Однако многие покупники застались с непотребными им фильтрами. Тому черговый раз нагадывают, у Могилеве вода у кранах якостная, бо она артезианская. А значит, не потребует додатковой очистки. И увогуле, обовязковой установки фильтров воды никто не потребует. Татьяна Сергійчик, Денис Бутилін, Новини Регіон.